Счастливое утро открывает золотая подкова. Слушай, Нуль, я тут подумала, мне кажется, все-таки золотой цвет сейчас очень актуальный. Ну, во-первых, мы с тобой в золотых платьях. И все-таки осень-то у нас золотая. Ирида, а как ты считаешь, чем ассоциируется золотой цвет у участников нашей лотереи? Ну, думаю, с удачей и богатством. Ты абсолютно права. И сегодня в 106-м тираже «Золотой подковы» мы будем разыгрывать крупные денежные призы. А это значит, что кто-то из вас сможет разбогатеть. Счастливого утра, друзья! Что же, а мы с удовольствием запускаем лототрон. 3, 2, 1. Пуск! Начинаем розыгрыш 106-го тиража лотереи «Золотая подкова». Призовой фонд сегодняшнего тиража составляет 20 905 850 рублей. Гарантированный суперприз – 3 миллиона рублей. Итак, мы начинаем розыгрыш первого тура. В первом туре мы разыграем 100 тысяч рублей. Подробно с правилами лотереи «Золотая подкова» вы сможете ознакомиться на нашем сайте 100loto.ru или на вашем билете. Прошу, первый шар. Шестьдесят восемь. Сорок семь. Сорок один. Внимание! Следующий ход пятый. А это значит, что гарантированный суперприз лотереи «Золотая подкова», который составляет 3 миллиона рублей, может быть разыгран прямо сейчас. Итак, пятый шар. 15. Гарантированный суперприз сегодня не разыгран. Его призовой фонд переходит в следующий тираж. А мы продолжаем розыгрыш первого тура. 46. 26. 22. 82. Стоп, игра! В первом туре выиграли сразу 9 билетов, приобретенные в разных городах России. Выигрыш 11 111 рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем победителей! Поздравляем с отличным началом выходного дня! Во втором туре мы разыграем 500 тысяч рублей. Запускаем лототрон! 21. 60. 20. 80. 79. 62. 2. 59. 24. 29. 34. 67. 61. 88. 51. 18. 13. 73. 85. 50. 42. 10. 57. 58. 89. 12. 70.
64. 40. 30. 56. Стоп, игра! Во втором туре выиграл один билет, приобретенный в Башкортостане. Ваш выигрыш 500 тысяч рублей. Поздравляем! Благодаря золотой подковы счастливых людей стало больше. Поздравляю! В третьем туре мы разыграем 1 500 000 рублей. Запускаем лототрон. Пятьдесят два. 38. 71. 86. 14. 43. 49. 7. 45. 83. 48. 75. 4. 53. 31. 81. 23. 36. 11. 1. 76. 44. 74. 9. Стоп, игра! В третьем туре удача улыбнулась игроку из Иркутской области. Вы выиграли 1 500 000 рублей. От души поздравляем всех победителей. Что ж, а нам пора приступать к розыгрышу оставшегося денежного призового фонда. Размер выигрыша вы можете видеть на своих экранах. Запускаем лототрон. 55. 19. 17. 8. 66. 39. 16. 84. 78. 32. 28. 35. 69. 27. 63. 65. 33. 77. 87. 72. 6. 37. Стоп, игра!
Это был последний ход 106-го тиража лотереи «Золотая подкова». В лототроне осталось всего три шара. Это номера 25, 54, 90. И их зачеркивать в своих билетах не нужно. Это хорошие приметы, если их нет в вашем билете. Это значит, что ваш билет выиграл! Уважаемые участники «Золотой подковы», сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму 18 миллионов 905 тысяч 850 рублей, выигравших сегодня 123 тысячи 827 билетов. Гарантированный суперприз следующего тиража – 3 миллиона рублей. Домовой на билете следующего 107-го тиража «Золотой подковы» советует: регулярно наводите порядок в машине. Чистый салон привлечет удачу на дороге. Что ж, я точно последую совету домового. Друзья, если вы еще не являетесь автовладельцем, то обязательно приобретайте билеты следующего 107-го тиража «Золотой подковы» и примите участие в розыгрыше 5 автомобилей и множество денежных призов. А наше счастливое утро продолжит очередной тираж лотереи «Гослото» 4 из 20.